Завершающим этапом ремонта брестских дорог в этом году стала улица Мазурука. Она находится в микрорайоне частной застройки «Березовка» и давно является головной болью ее жителей. Пыль стояла во время жары, а в дождливый период образовывались лужи, обойти которые было очень сложно. Теперь, когда специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия положили асфальт, с проблемами такого рода будет покончено. Дорожное полотно имеет хорошую износостойкость и качественную структуру. Отдаленная от центра улица Мазурука не единственная, на которой были проведены дорожные работы. Радужная, Смирнова. Это вот замена была верхнего слоя. Ну, это не Радужная, это получается в сторону Каменецкого кольца. И улица Смирнова, улица Пригородная, Краснофлотскую заасфальтировали и с парковкой. Ну, много. И вот сейчас здесь... Общая площадь, на которой происходила замена асфальтобетонного покрытия, составляет более 112 тысяч квадратных метров. Дорожники обновили 22 улицы областного центра, а также отремонтировали тротуары на 11 улицах города. Жители благодарны за помощь и проделанную работу. Сейчас, конечно, скажем большое спасибо Александру Степановичу Рогачаку, что он нам помог с асфальтом. Вот. Единственная только просьба здесь... скорость как-то ограничить, потому что много маленьких детей, асфальт – это ровная поверхность, это роликовые коньки, это велосипед, где они вырываются, вылетают, вот, чтобы как-то ограничить скорость, потому что здесь скорости по вечерам особенно 90 не предел. В Бресте на ремонт улиц и тротуаров направлено почти 5 миллионов белорусских рублей. По сравнению с прошлым годом сумма финансирования выросла почти на треть. В следующем году дорожные работы продолжатся.